Глава Чечни Рамзан Кадыров после конфликта с Сулейманом Керимовым и заявления о возможной кровной мести уехал из Чечни с визитом в Саудовскую Аравию. О поездке он сообщил в своем телеграм-канале. В частности, Кадыров сообщил, что встретился с принцем Саудовской Аравии и обсудил с ним социально-экономические вопросы и возможности дальнейшего взаимодействия в различных сферах. Примечательно, что во время визита в Ар-Рияд главу Чечни и одного из его ближайших соратников, депутата Госдумы Адама Делимханова, унизили. Инцидент произошел во время боксерского поединка между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. После победы последнего чиновники попытались вылезти на ринг, заявляя, что это их боец, однако на их пути встала охрана. Кадырова все-таки выпустили на ринг, а Делимханов остался за ограждением. Напомним, несколько дней назад Рамзан Кадыров пригрозил объявить кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову и депутату Госдумы Ризвану Курбанову. Угроза вступит в силу, если они не смогут доказать свою непричастность якобы к предполагаемой попытке заказать покушение на Кадырова. Также о возможности кровной мести глава Чечни объявил и депутату от Ингушетии Бекхану Барахоеву. Ризван Курбанов отверг причастность к предполагаемой подготовке покушения на Кадырова. Примечательно, что после заявлений Кадырова Сулеймана Керимова наградили золотым орденом «Почетный гражданин Дагестана», что свидетельствует о противостоянии Рамзана Кадырова и российского диктатора Владимира Путина.